В поселке Тикси прошла инаугурация нового главы Булумского района. Напомним, что по итогам единого дня голосования 18 сентября им стал Игорь Кудряшов. Подробности у наших корреспондентов. На днях в поселке Тикси в культурно-спортивном комплексе прошла торжественная церемония вступления на должность главы муниципального образования Булумский улус район Кудряшова Игоря Владиславовича. На таком важном историческом событии улуса участие приняли председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по делам Арктики Киселев Алексей Васильевич и первый заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Лепчиков Дмитрий Николаевич. Огласив результаты голосования, вручила удостоверение полномочия главы района член Булунской территориальной избирательной комиссии Наталья Владимировна Хлебникова. И хочу всем сказать большое спасибо, слова благодарности, кто сейчас участвует, кто меня поддерживал, и вообще всех жителей района, и вне нашего района. Вместе мы сила, как уже было сказано. И свои знания, опыт, и опыт, который у меня будет в дальнейшем, я хочу применить, чтобы наш район шел вперед. И благосостояние нашего района и отдельно каждого из нас только рос. Надеемся, что вновь избранный глава выполнит свои обещания в социальном и экономическом развитии нашего заполярного района. Ольга Григорьева, Валерий Савельев, НВК Саха, Тикси.